Всем привет! Насмотрелась на всякие новогодние звездочки и решила вам показать, как я вяжу вот такие вот красивые звезды из джута. Вяжу двумя крючками, вернее, один основной, а один поменьше, чтобы потом прятать ниточки. Использовать можно не только джут, любой шнур, даже хлопковый, я думаю, какой вам удобнее. Итак, в кольцо амигуруми делаем полустолбик. Полустолбик с накидом, столбик с накидом и столбик с двумя накидами. Дальше обычный столбик с одним накидом, полустолбик с накидом и продолжаем то же самое. То есть вот я вам показала одно звено, как вяжется. Таких я делаю 5 штук. И в конце я потом здесь заостряю, просто вытягиваю. Самое сложное из всего этого потом затянуть кольцо амигуруми, чтобы оно было узкое, потому что джут очень плотный. Ну, можно даже кого-то попросить. Вот и все. Будете пробовать.